Всем привет! С вами Александр Навасов, и сегодня будет что-то интересное. Сегодня я вам расскажу одну историю, которая случилась со мной сегодня. А именно, я сегодня зашел на сервер, чтобы разыграть как-то скины, которые я насобирал. И, в общем, я придумал такой челлендж, типа, кто споет песню, тот получит скины. А именно, целый набор скинов. В общем, я долго искал этого человека и все же нашел. Я думаю, вам данный видеоролик понравится. Так что поставьте лайк, подпишитесь на канал и приятного вам просмотра. Потому что сегодня школьник поет песню Easy Florence. Погнали! Easy Florence, and dance, putter, upter, bell, putter, upter, bend. Easy for ants, 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 dance, putter, utter, pants, putter, utter, band. Алло, мало, мама, улита, вихот, мало, хулита, петим, а, мутерн, к, б, никурн, алла, алекс, б, на, яка, тапан, лука, та, накшн, путер, та, айрен, шат, унти, кенти, мутерн, ants, ants. Easy for ants, 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 dance, utter, utter, bends, utter, utter, bends. Easy for ants, 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 dance, putter, utter, bends, putter, utter, bends. Короче, он пел эту песню очень долго, поэтому я все показывать не буду. Ну и в конце я оценил то, как он спел, и отправил ему целый набор скинов. В общем, смотрим дальше. Итак, друзья, сейчас я снимаю самое дорогое видео, потому что здесь весь синий инвентарь, который есть в CSGO. Тут есть ножик, керамби, тут есть и перчатки синие, и дигл, ржавый кобальт, и всякие другие крутые пушки типа Юсп Неонуара. Есть даже крутой скинчик на 5-7, поверхностная закалка полностью синий он. Ну, не совсем, конечно, синий, он голубой, но да ладно, все равно синий инвентарь. Так, дальше. Это все, что я нашел синего цвета. Здесь есть MP5 SD. Фосфор. Ну, конечно, он не совсем синий, но я так его осматривал, думаю, ну ладно, пусть будет это синий скин, потому что другого синего скина я не нашел. Здесь есть у меня калаш, снежный вихрь, здесь есть АВП, медуза, вот она находится здесь. Даже есть набор музыки синего цвета, я выбрал всякие такие здесь скины. Здесь есть даже МК-шедевр, сувенирная, да. Я ее нашел, чтобы отдать. Короче, здесь есть еще МК Посейдон. Здесь есть всякие другие скинчики. Есть даже значок защитник. Здесь есть Team Liquid граффити синего цвета. Короче, это самый синий инвентарь. Другого синего инвентаря нигде нету. Потому что другие слишком дешевые скины, которые синего цвета. Я выбрал самые такие среднего... Ну, средненькие, короче, скины. Так, а у нас сегодня пользователь АФК. И перекидываем, давайте ему сразу же все. Потому что об этих скинах можно говорить долго, но мне надо снимать видеоролик, мне его еще монтировать. Но, ребят, так что поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что я собирал этот инвент очень долго. Долго собирал я его. Очень долго. Долго. Ну, да ладно, я его собрал, и я готов. Все. Этот видеоролик. О, жалко. Такие хорошие скины. Прям реально красивые, хорошие скины. Даже здесь есть АУК Аристократ. Ну да ладно. Ладно, надо снимать видео. Перекидываем это все в обменник. Все, все готово, все скины в обменнике, вы только посмотрите на это, такого трейда еще нигде не было. Просто все синие скины на любые скины есть здесь, на все пистолеты, на все автоматы, и здесь есть абсолютно скины на все, и скины именно синего цвета. Все, ребят, с вас просто лайк и подписка на канал, расскажите об этом друзьям, распиарьте это видео как... Можно.
Нажимаем эту синенькую кнопочку «Подтвердить». И скины отправляются. Все, в общем, ребят, смотрите. Обязательно поставьте этому видео лайк, пожалуйста. Нож! Он мне нож отправил! Вай! Просто я не верю! Нож! Серьезно, меня никогда в жизни не было! Спасибо тебе, чел! Нож! Вай! Самое прикольное, что он не знал, что я ему отправлю такие скины. Он ожидал только ножа. Вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте писать свои комментарии, что вы об этом думаете. Ребят, ну вот и все. С вами был я, Александр Навасов. Всем удачи, всем пока.